Сельдерей корневой и черешковый я сею одинаково. Горшочек набиваю грунтом, поливаю водой и сверху распределяю семена. Просто их рассыпаю достаточно часто, ничего страшного. Растения потом мы будем рассаживать. Сверху семена я ничем не присыпаю. Единственное, посевы накрываю пленочкой и поставлю под лампы. Всходы появляются достаточно быстро. Вот такой щеткой он всходит. Какие-то пораньше, какие-то попозже. Примерно через месяц сельдерей я буду пикировать по отдельно стаканчиком. Рассаживаю сельдерей корневой и черешковый по отдельным стаканчикам примерно через месяц от всходов. Процесс этот одинаковый. Единственное, если у черешкового сельдерея корешочек можно прищипнуть, то есть пикировать, то у корневого желательно все корешки сохранить. Пикирую в 200-граммовые стаканчики. Опускаю туда растение, немного его прижимаю, поливаю и досыпаю грунт до семидольных листочков. Глубже растение заглублять не стоит, иначе оно может загнить. Таким образом я распикировала весь свой сельдерей. Листочки пока лежат, но очень-очень быстро они начнут подниматься, буквально через несколько дней. А через месяц-полтора растение уже выглядит вот так. Нарастили хорошую корневую и готовится к высадке на постоянное место.